Эффектно зафиналили. В минувшие выходные участники Федерации мотокросса НАО закрыли мотосезон. Подробности о прошедшем заезде смотрите в сюжете Катрины Тайбарей. Кадры с экшн-камеры, конечно, не передают той драйвовой атмосферы, которая царит на трассе. Под рев моторов стартуют гонщики на кроссовых мотоциклах. Впереди 2,5 километра по бездорожью. Это 5 кругов по песчаному карьеру. Непередаваемые, рук я уже не чувствую, еще 2 заезда впереди. Вот, рук не чувствую, песка полный рот, как бы. Счастье, полные штаны, как говорится, все нормально. Трассу любители острых ощущений обустраивали самостоятельно. Для проведения мотокросса выбрали район реки Куя. Не забыли и о безопасности. Регистрация гонщиков на заезды проходила только после прохождения инструктажа и осмотра техники. Ситуацию на трассе контролировали спасатели и судьи. Смотрю за безопасностью, то есть если у нас участники падают, либо там где-то был какой-то несчастный случай, то есть я сигнализирую другим гонщикам, что впереди опасность. Но в принципе несложно судить, очень здорово, что у нас мероприятие такого масштаба, у нас очень много зрителей здесь, видно, что пользуется популярностью. Самое главное, что это пользуется популярностью среди молодежи, и вот это вот движение мотокросс у нас в регионе набирает обороты. Такие масштабные соревнования на кроссовых мотоциклах за историю Ненецкого округа были проведены впервые. А высокий уровень организации мотокросса – результат командной работы представителей региональной федерации мотокросса. Организуем, чтобы выявить сильнейших, так сказать, чтобы привлечь народ к этому виду спорта, развивать его и развлечь, как-то провести время с интересом. Экстремальный вид спорта привлекает зрелищностью и острыми эмоциями, которые испытывают и участники, и зрители соревнований. Но беспокоиться не стоит, ведь все мотоциклисты в надежной экипировке. Гонка прошла без травм и происшествий. Большое количество зрителей приехало поддержать участников соревнований и разнообразить свои выходные. Хорошая гонка, хорошая задумка. Надеюсь, в дальнейшем будет развиваться. Ребята еще покатаются. Всего в заезде приняли участие 9 гонщиков. Победителем стал основатель «Полярной звезды» Алексей Михеев. Он получил переходящий кубок Федерации мотокросса Ненецкого округа. Второе место занял Алексей Марков, а бронзу завоевал наш коллега Дмитрий Лукевич. Катрина Тайбарей, Владислав Носкин, телеканал «Север».